Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. Сейчас узнаете, кто спешит в вашу жизнь. Девочки, ну, во-первых, спешит какой-то мужчина, очень такой активный, целеустремленный, жизнерадостный, у которого рыжие или белокурые волосы, светло-карие или серые глаза. Я так понимаю, что мужчина вам знаком, скорее всего. И вот он прям спешит ворваться в вашу жизнь, хочет он добиться чего-то от вас. По семерке кубков, да, будет добиваться того, о чем он мечтает, собственно. Возможно, и вы мечтаете о его появлении, то есть он хочет с вами начало взаимоотношений, либо восстановление взаимоотношений. Причем это, да, мужчина реально из прошлого, вот, но, скорее всего, у вас не было взаимоотношений, либо был какой-то небольшой романчик, как-то вы друг друга не поняли, я так понимаю. Вот он снова хочет попытать счастья, снова хочет вас добиться. Причем здесь также... независимо, какие у вас взаимоотношения на данный момент. Мужчин, кстати, двое. Я еще у вас вижу мужчину. Мужчина шатен с голубыми или зелеными глазами. Вот такой с чувствами к вам. Обаятельный, очаровательный, добрый, веселый. Вот, либо ровесник, либо может быть на год, два, три младше вас. То есть мужчин, да, я вижу двое. Один очень активный такой, который вас будет добиваться. А другой с чувствами, он такой более... Из-за того, что он такой мягкий, да, и не способен на решительные действия, то есть первый, наоборот, решительный, а вот второй совсем нерешительный. Вот. И из-за этого он будет больше молчать. То есть он может смотреть на вас влюбленными глазами, но конкретно решительных действий от него вы не увидите. Если вы в паре или в браке, выбирайте, какой из них ваш, собственно.